Мої вітання, глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас з Києва і зі Сполучених Штатів, і ще нічого не змінилося. Вас привітає журналістка Каріна Орлова. Каріна, доброго дня, слава Україні! Вітаю, героям слава! Каріна, я поставлю одразу, я не знаю, слідкуєте ви за подіями в Україні чи ні. Сьогодні знаменитий день тим, що в Україну прилетів Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів. Чи стежили ви за перебігом цього візиту? Да, я, честно говоря, плохо понимаю украинский язык, но я понимаю, что вы меня спросили про визит Тони Блинкена, и сижу ли я за ним. Да, конечно, это очень важно. Тони Блинкен прилетел, точнее, не прилетел, он приехал на поезде в Киев с необъявленным визитом для того, чтобы, ну, помимо того, что он объявил сам публично, это понятно, продемонстрировать продолжающуюся поддержку Украины со стороны США, это как бы самое очевидное, да, но при этом он, как пишет Reuters, Yahoo News, со ссылкой на чиновников администрации Байдена, говорившие не под запись, значит, ну, будет объявлен пакет помощи, да, это понятно, тоже стало известно заранее на 1 миллиард, из которых там будет что-то в районе 200 миллионов долларов военной помощи, и остальное не военной помощи. Также в этот пакет, вот мне понравилась эта деталь интересная, войдет 5,4 миллиона долларов, замороженные и конфискованные у российского олигарха Константина Малафеева. Это такой православный путинский олигарх, он владеет телеканалом «Царьград». Это вот, ну, очень большое зло. Конечно, 5,5 миллионов долларов – это небольшая сумма, но символично, что, наверное, это, мне кажется, это будет впервые, да, когда Украине будет, будут переданы деньги, конфискованные у российских путинских олигархов. А, собственно, не путинских там нет. Так вот, но и чиновники администрации Байдена говорят, что целью визита Блинкена также является подготовка к осенней, сентябрьской Генассамблее ООН, на которой, конечно, будет выступать Украина. И цель заключается в том, чтобы выступить, ну, во-первых, да, там подготовиться и выступить единым фронтом. И это очень важно, потому что Украина должна будет продолжать убеждать мировое сообщество в том, что оно должно ее поддерживать. Да? Например, США в этом убеждать уже как бы не надо, а многим требуется убеждение. Да? И для этого вот тоже Блинкен прилетел. Это как бы будет дипломатическое выступление. То есть вообще Тони Блинкен, он дипломат, да? Он там не военный. Вот, но именно поэтому, да, главной целью вот его визита является не естественно, никакие там какие-то военные договоренности и дела, потому что это совершенно по другой линии проходит, но, тем не менее, конечно, Блинкен тоже приехал с целью, как это сказать, оценить, что ли, ход контрнаступления, да, вот, и последнюю неделю наблюдаются успехи страны Украины, вот, и, собственно, ну, вот так вот. Да, как вы полагаете, вот здесь в Украине очень часто можно услышать, что война не сможет закончиться до получения результатов президентских выборов в Соединенных Штатах. Насколько действительно следующий президент может как затянуть эту войну, нежелательную, как мы понимаем, для нас, особенно в Украине, тем более с оглядкой на сегодняшнюю трагедию в Донецкой области, и ракеты летят на мирные города, ну, практически каждый день. От Трампа или от Байдена зависит мир, как вы полагаете? Вот какие ставки вы делаете, какие прогнозы ваши на результат? Это совершенно очевидно. От Трампа и от Байдена, естественно, как от, да, Трампа, возможного президента, зависит. Но вопрос, в какую сторону? Конечно, если придет Трамп к власти, то он сделает то, что он давно говорит о чем. Он сразу же сядет за стол переговоров с Путиным, он отдаст Путину все, что хочет Путин. Об этом сам Трамп говорил, я цитирую его слова. Да, причем как бы объяснение у него простое у Трампа, но там все равно говорят по-русски. Вот, и он давно уже говорит, что это как бы не наша война, и это все не нужно, да, поэтому, как там, за 24 часа он обещает заключить сделку века очередную,
Так что вот это, ну, то есть это понятно, что будет. Поэтому как бы он затягивать войну он не будет. Он ее действительно прекратит, но Путин заберет себе все, что он хочет, а хочет он, я так понимаю, вообще всю Украину, да? Вот, он, то есть это не то, что он скажет, хорошо, я забираю себе там Херсонскую, Запорожскую области, да, нет, это так не будет. Вот, но это как бы, это кому хорошо, да? То есть понятно, что это не устраивает ни саму Украину, ни даже Путина, вот. Что касается Байдена, то если Байден остается у власти и война не завершается до президентских выборов в Америке, а я не думаю, что она завершится, потому что у Путина есть ресурсы как раз затягивать эту войну. В принципе, Путин – это единственный человек, который может затягивать эту войну. Да? Понятно, что Украине невыгодно затягивать и не нужно затягивать эту войну. Ей как бы как можно скорее ее надо прекратить. Но опять же, прекратить не так, чтобы отдать все Путину, как предлагает Трамп, да? Вот. Но у Путина есть ресурсы для того, чтобы продержаться до, там, я не знаю, до конца 2024 года. Это всего полтора года. Да? До 20 января 2025 года новый президент США вступит в должность, примет присягу, и, как бы, и там уже будут приниматься новые решения. Вот. Поэтому Байден, естественно, будет просто продолжать помогать Украине, это все понятно. Единственное препятствие, которое находится на его пути, это как раз трамписты, мага-республиканцы в Конгрессе США. Они вот только что в прошлом месяце вносили, ну, не резолюцию, а хоть предложение, такая странная форма была, значит, предложение полностью прекратить всю помощь Украине. 70 голосов оно получило. Это всего лишь 1/3, конечно, от всех республиканцев, но 70 голосов республиканцев – это ровно на 70 голосов больше, чем голоса демократов, которые не голосуют за подобные предложения и никогда их даже, ну, естественно, не выносят на рассмотрение. То есть, ну, чтобы вы понимали, тренд негативного отношения к Украине со стороны республиканцев восходящий. То есть все больше и больше и больше республиканские избиратели высказываются за то, что Украине нужно прекратить помогать или не нужно больше помогать, да, и, ну, там, до вообще самых, вообще еще больше, там, да, резких предложений. Так что вот так вот, конечно, да. А я вот хотела все-таки уточняющий такой вопрос задать, потому что, ну, вы знаете, в силу вашей профессии вы наблюдаете за тем, что очень много граждан России, которые сейчас рассредоточены по всему миру в надежде, что режим Путина падет и они смогут вернуться в Россию, они все следят, и у каждого из них свое представление, кстати, как о Байдене, как и о Трампе. Вот, например, давно эмигрировавший в Соединенные Штаты Константин Боровой, некогда российский либерал, предприниматель в прошлом, друг и соратник Валерия Ильича Новодворской, да. Вот он говорит, что это иллюзия, это, значит, работа пропаганды российской, это они убедили весь мир, что Трамп их человек, их агент, их влияние, и, дескать, не надо забывать, что именно во время работы Трампа в Белом доме санкции против России вводились. Дескать, Путин считает, что он его союзник, но это не так. И поэтому мне интересно разобраться в этой ситуации, значит, потому что так все смешалось. Мы живем в эру постправды, и очень важно понимать, что миф, что реальность, что пропаганда, и кто тут жертва пропаганды на самом деле. Ну и, конечно же, я не могу не спросить про вообще перспективу переизбраться у Байдена в силу его возраста. И главный аргумент, который сегодня трамписты используют в качестве аргумента против Байдена, это, конечно же, несоблюдение ленд-лиза и предельно низкое количество оружия, которое получила украинская армия для того, чтобы действительно осуществить молниеносное контрнаступление, молниеносно успешное. И поэтому возникает вопрос, кому нужна больше победа Украины, Трампу, Байдену, кто сможет предъявить это в качестве избирательной кампании, да, успешной избирательной кампании, может ли это повлиять? Или для американского избирателя это не так важно? Я бы хотела уточняющий вопрос. Вот вы сказали, что, значит, Байдена, главное его препятствие является несоблюдение ленд-лиза. Я бы хотела вас уточнить, что вы имеете в виду под несоблюдением ленд-лиза. И второе, про беспрецедентно низкую военную помощь Украине. Я бы тоже хотела уточнить, что вы имеете в виду и с чем вы это равняете, объемы помощи, которые направляют США Украине.
Я вот перед нашей встречей с вами буквально за несколько часов я встречалась с группой волонтеров, которые до сих пор собирают деньги для того, чтобы организовать поставки вооружения. Они говорят, всего 5% из обещанного было получено, 5% вот оружия, которое пришло от наших союзников из Америки. Поэтому я хочу понимать, Байден не спешит с этими поставками, потому что он хочет предъявить победу. Нет, конечно, я очень уважаю, хорошо отношусь к волонтерам, но просто 5% это звучит фантастически ложно. Это просто не может этого быть, потому что мы постоянно видим новости о том, что Украина получает там танки, Украина получает такие вооружения, и сейчас мы говорим про американские, да, плюс нужно понимать все, что многие вооружения Украина получает из Европы, но это американские вооружения, да, которые находятся в руках европейцев, да, и которых, поставку которых в Украину авторизует администрация Байдена. Ну, даже если вот это убрать, то 5%, я не понимаю, я, честно говоря, я просто не понимаю. Ну, то есть слова волонтеров для меня, честно говоря, не аргумент, потому что это просто не факт, да. Я могу сейчас, пока мы с вами разговариваем, просто быстро погуглить, я это сделаю. Давайте про соблюдение ленд-лиза, это очень важно, потому что вы хорошую тему затронули, вы привели тут мнение одного трамписта, Константина Борового, но есть еще и другие, которые распространяют планомерную ложь про поставки оружия в Украину. Вот что касается ленд-лиза. Не могли бы просто уточнить, что вы имеете в виду под несоблюдением ленд-лиза? Просто иначе не могу ответить на этот вопрос. Карина, доктрина НАТО о наступлении говорит, что без закрытого воздушного пространства любое контрнаступление не может быть успешным. Обещанные F-16 придут к нам в лучшем случае к концу этого года. Это будет неполное количество, если изначально шла речь про 62, в количество 62, значит, летательных аппаратов, то сейчас говорят, что, наверное, там будет, ну, около 5, 5-6, называется так. Нет точных дат понимания, когда же они придут, когда наши ЗСУшники смогут закрыть, значит, небо и обеспечить тогда абсолютно полную безопасность и успешное продвижение. Поэтому, конечно, тут возникает много вопросов. Никто не говорит, что ленд-лиз отменен или кто-то отказывается помогать, но мы понимаем, что эта война не затягивалась бы так надолго, если бы вооружение поставлялось в срок и в полном объеме. Что, по-вашему, удерживает? Это ядерная кнопка. Вы мне задаете вопрос, и в этом вопросе содержится просто как бы факт, да, утверждение, которые не соответствуют действительности. Например, вы ссылаетесь на доктрину НАТО. Я просто не очень понимаю, каким образом Украина относится к доктрине НАТО. Украина не является частью НАТО. А страны НАТО не обязаны защищать Украину. Вообще, то есть... Подождите, мы ведем современную войну, которая... И в наши военные проходят инструктаж. Мы же не можем вести войну образца Второй мировой. Мы ее ведем согласно доктрине самого прогрессивного военного института. НАТО распространяется только на члены стран НАТО. Да, украинцы проходят обучение в Америке, в странах, да, там, европейских странах, участницах НАТО. Но просто когда вы говорите «доктрина НАТО», это звучит так, как будто... У НАТО есть обязанность закрыть небо Украины по, собственно, своей доктрине. У НАТО нет такой обязанности. Это я сейчас вам просто пытаюсь, понимаете, просто когда с помощью лжи вбрасываем, я сейчас говорю только про россиян, я не про вас говорю, я просто мои сообщения. Когда нет необходимости обучать, согласно доктрине НАТО, наших военных, тогда мы говорим о том, что мы учим военных вести войну по стандартам НАТО, но при этом мы не ведем войну по стандартам НАТО. Ну, это же простой аргумент в пользу того, что мы не можем вести по-другому войну, потому что это гибридная война, это война нового времени, в которой впервые используются беспилотные летательные аппараты, дроны. Просто поэтому возникает вопрос, почему F-16 не поставили раньше? Вот и все. Это же мы же сейчас никого не обвиняем. Нет, смотрите, вы как бы преподносите это так. В вашем вопросе звучит утверждение о том, что НАТО в силу своей доктрины обязана закрыть небо Украины. Этой обязанности нет. Нет, у НАТО нет такой обязанности. Я просто, я не знаю, как вам еще объяснить. Мы же не говорим, что это обязанность НАТО. Мы говорим, что это обязательство на себя взяли наши союзники. Нет, они не брали на себя такие обязательства. Нет, они на себя не брали обязательства закрывать Украине небо. Это то, что, конечно же, требуется
по идее, для ведения современной войны, это все понятно, потому что очень тяжело проводить операцию наступательную по земле, да, без прикрытия в небе. Например, американцы, когда их войска, это очень важно, участвуют в какой-то военной операции или в войне, будь то Ирак там, или Афганистан, да, у них, конечно, всегда есть прикрытие с неба. Это, ну, это просто факт, да, это понятно. Не является разве таким обязательством поставка оружия? Вот я бы хотела уточнить у вас, что вы подразумеваете под ленд-лизом. Просто вот вы когда говорите ленд-лиз, вы что имеете в виду? Я имею в виду ровно то, что написано в ленд-лизе. Вот и все. А что там написано? Там написано, что ленд-лиз – это просто форма передачи Украине оружия. Там нет ни одного вида вооружений, который бы... был перечислен как... вообще, там это не закон о видах вооружения, которые поставляются Украине, или об их объемах. Это закон о способе передачи Украине вооружений. Я сейчас цитирую вашего посла украинского, Оксану Маркарову в США, которая уже выступала с разъяснениями, потому что из-за пропаганды, которая вбрасывает... Это пропаганда, которую вбрасывают российские граждане, которые, да, они объявляют себя там оппозицией Путину, либеральной оппозицией, они собираются на съезды, чешут там языками, они вбрасывают ложь о ленд-лизе. Вот вы когда говорите ленд-лиз, что там написано? На самом деле вы говорите совершенно другое, там написано совершенно другое. Это способ, форма передачи Украине оружия, а именно взаймы, потому что ленд-лиз, ленд – это... Лиз – это лиз, передача в аренду, да? Ленд-лиз – это форма, по которой американцы помогали, передавали оружие Великобритании во время Второй мировой, не только ей, во время Второй мировой войны. Великобритания закончила платить, возвращать долги по ленд-лизу только то ли в начале 2000-х, то ли вот где-то в этом районе. Значит, сейчас все, что получает Украина, она получает это оружие бесплатно, благодаря пакетам помощи, которые выделяет Конгресс. То есть как это происходит? Есть Конгресс, он принимает закон, да, а там, не знаю, помощь Украине, сколько там было последнее, на 50 миллиардов долларов, да, там расписаны пункты, там столько-то миллиардов на военное, столько на это, столько на это. Есть президент Джо Байден, у которого есть его собственное полномочие в рамках Presidential Drawdown Authority, это называется, и они приняли специальные указы Байдена, там, как Ukraine Assistance, в общем, короче говоря, полномочия этому дано в рамках, да, самого же этого указа, что он может выделять Украине деньги, ну, там бюджеты просто не очень большие, там невозможно выделить 50 миллиардов, но вот тот миллиард, с которым, например, Тони Блинкен приехал, ну, и с которым он объявил, да, я не знаю, уже объявил, ну, наверное, уже там поздно, это как раз происходит в рамках президентских полномочий, да. И вот на эти деньги закупаются там у Пентагона, да, вооружение, или там заключаются контракты, там, не знаю, с Lockheed Martin и так далее, и так далее. И это все поставляется. Ленд-лиз – это закон о способе передачи Украине вооружений. Если вы хотите, вот если вы призываете к тому, что Украина должна перестать бесплатно получать оружие от США, вы, конечно, можете, я не знаю, там, может, украинцы напишут петицию, скажут, мы не хотим больше бесплатно получать, дайте нам взаймы, чтобы мы потом еще 100 лет расплачивались, а даже не 100 лет, а больше. Да, потому что украинская экономика и страна, как Украина... Я правильно вас понимаю, вы объясняете задержку в получении этого оружия, все-таки ленд-лиз – это государственная программа, вот если быть точной, да, по снабжению оружием и стратегическими материалами союзников. Угу. Правильно ли я вас понимаю, если бы мы платили по ленд-лизу, то вооружение поступало бы быстрее, то есть вся, да, задержка о том, что это бесплатная программа. Более того, вы же знаете, что 30 сентября – это день, когда фискальный год в Соединенных Штатах заканчивается, и заканчивается срок действия ленд-лиза. И упомянутая вами Маркарова сейчас бьет во все колокола, она работает над продолжением закона о ленд-лизе в Соединенных Штатах. Она говорит о том, что украинские власти, вот буквально цитата, работают над тем, чтобы Соединенные Штаты Америки продлили действие закона о ленд-лизе для Украины после сентября. Хотя поставки оружия по этой программе до сих пор, говорит она, не осуществлялись. То есть буквально эта программа не по передаче, а, как я уже сказала, для оказания военной помощи. Вот по снабжению оружием... Смотрите, вы опять, вот вы говорите не осуществлялись. Они не осуществлялись, потому что Украина получает бесплатно. Я вам процитировала Маркарову. Так хорошо, но если они... Ну, это же договоренность заключается в том, что даже бесплатно она должна
оружие должно поставляться? Или вы считаете, что это камень преткновения? То есть Украине нужно заплатить за это оружие, чтобы ускорить эти процессы? Мне кажется, что когда украинцы не понимают, что происходит, вы, кстати, вы цитируете посла Оксану Маркарову, я нашла ее заявление, она сделала его, 22-й год. В конце сентября заканчивается действие закона о ленд-лизе, да, над которым мы сейчас работаем. Знаете, почему они работают над продолжением этого закона? Потому что он был принят на случай того, что трамписты в Конгрессе США просто заблокируют всю дальнейшую помощь Украине, и больше не будет пакетов помощи. Кстати, сейчас, на конец августа, осталось где-то 6 миллиардов, чуть меньше, типа 5, там и 8, 7, ну неважно, 6 миллиардов долларов, да, из пакетов, полученных ранее. Джо Байден затребовал у Конгресса 29 миллиардов долларов новой помощи Украине. Пока, я не знаю, там в рамках каких сессий они будут это принимать, наверное, осенние, я просто не знаю, когда именно, и в рамках каких бюджетов, да, потому что мы все знаем, что бесконечно в Америке существуют битвы по поводу бюджетов, там, будь то продление работы правительства или там фискальный бюджет. Но есть большая вероятность, есть вероятность, я бы сказала, она больше, наверное, 30%, а может быть даже еще больше, что трамписты просто заблокируют принятие помощи. Тогда нужно продлить, действие закона о ленд-лизе нужно продлить, потому что... Карина, ленд-лиз дает президенту Америки возможность без голосования за каждый пакет помощи в Конгрессе принимать решение о поставках оружия Украине, странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России в Украину. Чем это отличается от того, что я сказала, я не понимаю. Блокируют. Никакого голосования, никакого блока, как они заблокируют? Я говорю, что они заблокируют помощь, выделяемую Конгрессом. Вот то, что вы сейчас озвучили. У них нет права на это. Да не по ленд-лизу, вы не слушайте меня, не по ленд-лизу. Ленд-лиз – это отдельный параллельный закон, который... подлежит никакому и блокировке. Просто проблема в том, что... Я не про закон говорю, Юлия, вы меня не слушаете. Я вам говорю про то, что сейчас Байден затребовал, последнее. Украина уже получила больше 100 миллиардов долларов. Это то, что выделил Конгресс США. Не в рамках закона, они вписывали это в бюджеты, не в рамках ленд-лиза. Давайте так. Последний раз Джо Байден несколько месяцев назад затребовал дополнительные 29 миллиардов долларов. На эти деньги планируется закупить или там взять, да, то есть вы же не можете просто взять у Пентагона оружие, или тем более, если у него нет, нужно заказывать, и сейчас, кстати, эти заказы идут. Это все оплачивается из бюджета США. Значит, Джо Байден затребовал новые 29 миллиардов. Есть большая вероятность того, что республиканцы заблокируют этот пакет помощи Украине. Давайте назовем так, он будет куда-то вписан в какой-то бюджет. И тогда, по словам же вашей процитированной Оксаны Маркаровой, включится закон о ленд-лизе, который не потребует прохождения одобрения в Конгрессе. Понимаете? То есть уже есть закон как механизм, который говорит, мы будем передавать Украине оружие по закону о ленд-лизе, потому что он уже есть. Это не может быть дополнительно, это как бы альтернатива вместо, и это худшая альтернатива для Украины, потому что Украина будет за это платить, понимаете? И она будет за это платить. И так же, как платила Великобритания. На самом деле Великобритания вообще входит в НАТО вместе с США. Украина в НАТО не входит, естественно. То есть я говорю, что нет никакого оправдания, почему Украина не будет за это платить. Давайте я вам процитирую НВ, новости, UA. Значит, Оксана Маркарова 26 июля... Это новое время, да. Значит, дальше. Надеемся, говорит, Оксана Маркарова, надеемся, что нам удастся, я не буду цитировать то, что вы уже говорили про ленд-лиз, да, что они работают над тем, чтобы продлили срок действия закона. Надеемся, что нам удастся убедить коллег, чтобы выделить нам гранты в дополнительном бюджете. Под грантами Оксана Маркарова имеет в виду эту помощь, пакеты. Но если с этим будут какие-то задержки или определенные трудности, то наличие опции лизинга или аренды оружия очень важно. Важно, чтобы оно оставалось возможным. Вы понимаете, что ленд-лиз – это передача оружия в лизинг, как машины берут в лизинг. Маркарова также добавила, что идет комплексная работа с американскими партнерами по всем направлениям. В частности, ведется работа с Конгрессом над тем, чтобы в госбюджете США на 2024 год было предусмотрено больше средств для Украины. Ранее спикер МИД
Украины Олег Николенко объяснял, что по ленд-лизу США могут передавать Украине оружие в аренду или на условиях лизинга, а сейчас Украина получает помощь за средства федерального бюджета США. Посол Украины Оксана Маркарова также объясняла, что пока у Украины есть возможность получать поддержку бесплатно, она будет ее использовать. Я не знаю, как еще просто объяснить, что такое ленд-лиз, и просто вы вот мне задали кучу вопросов, почему тормозится помощь. То есть, ну, нужно просто понимать, то есть, как бы, конечно, можно возмутиться тем, что американские войска с точно таким же успехом не вошли в Украину. У американцев нет обязательств вообще никаких перед Украиной. А США не... Я сейчас, опять же, говорю это не с позиции того, что я считаю, что США не должны помогать Украине, да, или там у них нет такого морального обязательства. Оно, конечно, есть, и политическое, да, но оно не записано ни в одном договоре. Если США... И вы в этом убедитесь, если Трамп придет к власти... И вот вы тогда можете спросить у Константина Борового, а что же случилось? Почему же теперь вся Украина отходит Путину? Константин Боровой настаивает на том, что это все пропаганда, что при администрации Трампа вводились санкции. Да, вводил Минфин санкции против Русала, которые пришлось, кстати, снять. Олега Дерипаски. Дерипаска вообще давно в санкциях сам находится, 2007 года. Что касается Северного потока, это опять же, любимый пункт, который любят использовать российские пропагандисты. Я не знаю, в каких отношениях они состоят с Кремлем, но они всегда проводят выгодную Кремлю линию. Они всегда говорили о том, что Трамп заблокировал, значит, Северный поток 2 своими санкциями. Это неправда, это ложь. Впервые. А тогда еще не все республиканцы были трампистами, и вообще у них там свои есть, я имею в виду в Конгрессе, да? У них есть свои определенные там взгляды, лоббирование и так далее на энергоресурсы и так далее. И впервые республиканцы Конгресса во главе с сенатором Тедом Крузом поставили, значит, внесли, да, тоже это было в одном из законов, по-моему, о бюджете, санкции о... Нет, сначала они пытались отдельно их провести законом, санкции против Северного потока-2 в конце 2017 года. Трамп оттягивал это. Два года, два с лишним года. И он не вводил санкции. Просто посмотрите, наберите это все. Это не мнение, это не постправда, это просто факты, которые легко гуглятся. Тогда республиканцам пришлось вносить эти санкции в закон о бюджете. Понимаете, что Трамп не мог его не подписать. Он угрожал не подписать. Это все, это вы, вот, ну просто это в новость, это история, да, я понимаю, что это было аж там 5 лет назад или 4, 2023 год. Но это все есть. И они его, потому что у них все равно было вето право, они, ну, короче, Трампу пришлось подписать, но к тому моменту он сделал все правильно, он дотянул до того момента, как Северный поток-2 был построен на 95%, на 95%. У него была возможность ввести эти санкции в 2017 году, я бы вам даже сказала, у него была возможность ввести санкции в феврале 2017 года, когда он только пришел к власти, или даже в январе. Он этого не сделал. Санкции были введены только в 2019 году был принят закон, он вступил в силу в 2020, когда уже Северный поток-2 был построен на 95%. Его невозможно, все, уже никакие санкции не помогли бы его остановить. И когда Байден пришел к власти, он сказал, да, мы не можем, реально не можем остановить строительство этого газопровода, мы можем, ну, то есть мы можем поругаться с Германией, да, и там, я не знаю, выставить ей ультиматумы, но мы не будем этого делать. Он поехал, тогда еще была... Насколько я помню, Ангела Меркель, канцлер Германии, да, он с ней договаривался, что, значит, США там не препятствуют, да, да, ну, как бы, там препятствовать можно было, но такими, как бы, уже все равно, если бы Германия захотела, она бы его довела. Просто это пришлось бы ругаться реально США. Мы, как бы, не ругаемся из-за этого, мы сохраняем наши партнерские отношения, потому что это очень важно, и смотрите, как это оказалось правительски. Но если Россия начнет использовать Северный поток-2 как политическое оружие, мы как бы все, и вы отказываетесь, да, и мы его просто закрываем. И так и произошло. Вот и так и произошло. И Байден выполнил свое обещание, когда Россия начала буквально использовать, ну, собственно, Северный поток-2 по своему назначению, как она и собиралась. Но дело в том, что это была проблема Германии, что она вообще изначально она посчитала, что Россия может просто быть бизнес-партнером, просто построить газопровод, чтобы было удобно качать газ, да, дешево там и быстро. Вот в Германии были такие надежды. Эти надежды, мягко говоря, не оправдались. И произошло ровно то, что, о чем договорились Байден с Меркелем. И главное, что политический союз США с Германией остался
крепким. И это очень, знаете ли, пригодилось. У нас было 23-го, 24 февраля 2022 года, когда Россия напала уже полномасштабно на Украину, начала бомбить Киев, да, и начала полномасштабное вторжение. Вот это очень пригодилось. Что делал Дональд Трамп параллельно с этим? Вот вы ссылались на доктрину НАТО, которая не применяется к Украине, сразу говорю, но тем не менее. Дональд Трамп рассорился со всеми партнерами по НАТО, потому что он обвинил их в том, что они недостаточно финансируют НАТО из своих военных бюджетов, что за все платит Америка, и вообще, что Америке, вообще это НАТО изжил себя как союз, он никому не нужен, и вообще американцам надо сосредоточиться на своих делах. Это называется политика изоляционизма, которую он проводил и проводит, и намерен проводить дальше. Дональд Трамп практически уже начал процедуру, вывода США из НАТО. То есть вот все шло к тому. Он, конечно, не может это сделать с росчерком пера, это понятно. Если бы он мог, он это сделал. Требовалось бы, да, там закон в Конгрессе и так далее. Но как бы линия была задана, и у него становилось все больше и больше союзников в Конгрессе. Вот, и, соответственно, если бы он остался у власти тем или иным путем, то можно не сомневаться на 100%, что они бы инициировали процедуру выхода США из НАТО. И вот если Дональд Трамп вернется к власти, то будет сделано именно это. Потому что Дональд Трамп он об этом говорил. Я понимаю, что он лжет, да, но он лжет всегда там, что касается его там уголовных дел и так далее, своего поведения. Но все, что он обещал в принципе, да, или там говорил, что надо сделать, он это делал. Он запретил въезд в США сразу же гражданам там семи мусульманских стран. Он начал строительство стены, да, у него там ничего не закончил, понятно, но тем не менее. И он никогда не говорил, вот можете посмотреть все его интервью, просто наберите, есть ли такое вообще, чтобы Трамп говорил, что Украина отстаивает свою территорию, что на нее незаконно, там, беззаконно вообще, без повода, без всего просто напала другая страна и хочет отжать ее территорию или всю ее территорию, я бы даже сказала, учитывая попытку вообще марш-броска до Киева. То есть, вы понимаете, что это было сделано не ради того, чтобы Херсонская область вошла в состав России. Я просто, и смотрите, на самом деле это просто свидетельство того, что к этой войне никто, кроме России, никто не вооружался. И для Америки это тоже проблема, потому что им надо изменить, перезапустить собственные ВПК. У нас мы ни от кого ничего не требуем. Наши власти поняли, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Наши инженеры работают, наши военные инженеры работают. Простите, извините. То есть вы считаете, что все, что делает Украина, она делает своими силами, и ее бросили на произвол судьбы, и вся помощь, которая ей оказывается союзниками западными, она вообще никакой роли не играет, и вы сами себя спасаете. Я правильно понимаю? В том числе, но мы ни от кого ничего и не требуем. Если вы считаете, что мы будем выходить с какими-то протестами, нет. У меня другой вопрос. Подождите. Вот буквально в нашем интервью вы заявили требование о том, что США должны, или там НАТО, согласно своей доктрине, обязаны закрывать небо. Вот это требование. Оно, главное, не соответствует никаким законам, соглашениям и вообще действительности, но вы уже заявили требования. Более того, эти требования раздаются. И это правильно. Нужно только не требовать, а просить, потому что требовать нет никакого права. Просить нужно. Просить нужно в вежливой форме и всегда благодарить за уже оказанную помощь. И вы мне не ответили на вопрос, на самом деле. Вы ссылались на волонтеров, а я вас бы попросила все-таки не на волонтеров сослаться, а на какие-то цифры. Когда вы говорите, беспрецедентно низкая помощь была оказана Украине. Можно я вам скажу, что эта помощь, это больше, чем получил Израиль вообще когда-либо? Это больше, чем получила любая другая страна от США? Я не знаю, как еще это объяснить. Да, мне бы тоже хотелось, если честно, чтобы США вот прямо сейчас, прямо отсюда или с какого-нибудь своего авианосца направили свои, не самолеты в Украину, а прямо ракеты на Москву. Это всем хочется, вы понимаете? Только это невозможно сделать. Нет, вам не хочется. Я, кстати, про упомянутый Израиль, я вам скажу, что Россия сегодня подписала с Израилем межправительственный договор о совместном производстве кино. Слышали вы или нет, с израильской стороны это подписал полномочный посол Бен Сви. Ну, это так, маленькая. Я же никого не обличаю, я просто задаю вопросы. Вот, кстати, вы вспомнили про Северный поток. Почему-то принято думать, что Путин возрождает, он, кстати, у него появилось уже это в лексиконе, союзное государство. Но ни один его проект не был направлен на консолидацию этого союзного государства, как он выражается. И Северный поток, если он действительно так хочет
консолидировать, да, союз, некогда союзные республики, почему же он не модернизировал советскую газотранспортную систему? Нет. Он, значит, кучу денег зарыл в этот северный поток, который в итоге так и не функционирует. И делал это с одной целью, значит, построить его в обход Украины. Он никогда не считал Украину своим партнером. Он хотел поработить каким-то образом, уничтожить Украину. Но это миф про союзное государство. Тогда у меня возникает вопрос. А что тогда строит Путин? Вот у вас есть, вы наблюдали за его деятельностью, там, будучи в России, теперь можете смотреть из Соединенных Штатов. Что он тогда строит? Это что, гибрид Советского Союза во главе с царем? Это какой-то гибрид Советской империи? Он возрождает, я не знаю точно, Советскую или Российскую империю, но совершенно точно, что он как бы изначально считал так, и, судя по всему, и в российском правительстве, в российских политических кругах считали, что все страны, высшие составы Советского Союза, объявившие о своей независимости, они не являются независимыми, они находятся просто, ну, как бы в подчинении у России, да, в какой-то, я не знаю, такой неформальной, что ли, конфедерации. И он, естественно, все это строил, но строит он так, как он на самом деле только умеет, да, вот, силой. Судя по всему, его действительно шокировал Майдан 2004 года, Оранжевая революция. Мы не знаем точно, да, но есть свидетельство того, что, и, по крайней мере, уже тогда, он считал, во-первых, что этот Майдан организовали американцы, естественно, а во-вторых, что Украину нужно просто, ну, как бы уничтожить, да, но уничтожить тогда, наверное, он не хотел ее уничтожить, именно стереть с лица земли, что русские делают сейчас, но уничтожить как бы политически, экономически, да, подорвать ее независимость экономическую прежде всего. И они это делали с помощью российских олигархов, которые сейчас скрываются от санкций, ну, то есть их, точнее, санкции против них введены, но они пытаются всячески от них избавиться, и скупались пакеты акций в стратегических предприятиях Украины. То есть это скупали как бы частные лица, да, то есть это не покупало российское государство или там какая-нибудь, я не знаю, Роснефть, Газпром, нет. Это покупали как бы частные компании, которыми владеют российские олигархи, которые, естественно, ну, с Путиным, они там, это его опора финансовая, да, и это все, вот сейчас 2023 год, это вот все началось, по крайней мере, с 2004 года. То есть уже 20 лет это продолжается, у него это... как бы с переменным успехом что-то получалось. Например, Янукович пришел к власти, да, это, ну, для Путина это была, как был успех. Дальше Януковича просто, ну, мы знаем, что с ним сделали, ему пришлось бежать, это был провал полный. И с тех пор вот линия как бы изменилась, да. Но он не терял надежд, судя по всему, они же действительно хотели в феврале прошлого года за 3 дня дойти до Киева и поставить там своего, значит, президента, да, в Украине. И, ну, наверное, Медведчука тогда еще, наверное, возможно. И по их, опять же, вот что у них как бы в голове было, судя по тому, как вот сейчас мы узнаем, что, да, происходило. Например же, в киевском суде был инициирован процесс по, значит, тому, что Януковича незаконно там лишили власти, что нужно его там восстановить. Ну, там такие процессы начались, как бы казалось бы, ну, вообще, где Янукович, боже мой, в Ростове сидит, да, при чем здесь это? Но если вот взять это, да, как часть путинского плана, то это, в принципе, вполне логично с их точки зрения. Поэтому, да, Путин восстанавливает, конечно, я думаю, что, ну, я не знаю, какую именно империю, но совершенно империю точно. Ему, конечно, России мало, в том смысле, что, я не знаю, может быть, вы знаете, мне это тоже тяжело понять, вот именно на личном уровне, потому что у нас с Путиным небольшая есть разница в возрасте, как можно заметить, и мы все-таки разных поколений люди, да. Может быть, действительно, вот ему было там, не знаю, в 91-м году, сколько ему было лет, там, минус 30... 40 лет, да, 40 с чем-то лет. Может быть, действительно, люди того поколения, или, а он же еще и ГБшник, да, это же особая вообще порода. И порода, я имею в виду не в качестве, что это порода, вот, порода, а именно как выводок. Вот, и может быть, его действительно рассматривали выход советских республик, да, из состава объявления независимости как предательство? Я не знаю. Мне эту логику вообще не понять никогда. Для меня это просто какой-то, ну, язык инопланетян, да, и мысли. Но им это может казаться очень даже логично. И поскольку власть, на самом деле, в России... ой, как таковая не менялась, потому что как был весь комсомол и КГБ, комитетчики, так все и осталось. Оно просто перешло
да, под вот, не знаю, под видом типа демократического государства. На самом деле они все сохранили ключевые должности, они ничего, никакой не было, ни переформатирования, ни КГБ, ни спецслужб, ничего, это просто дали им новые имена, названия, и все эти бывшие комсомольцы, они, значит, и все там, и комитетчики, они еще и более того прекрасно поучаствовали в приватизации, в залоговых аукционах, еще и разбогатели и стали финансовой опорой режима Путина, но это то же самое КГБ и этот чертов комсомол, вот, а иногда это было одно и то же, вот, поэтому вот поэтому он делает то, что, знаете, наверное, ему просто близко, понятно и знакомо. Мне так кажется. А как вы видите свое будущее? Вы планируете вернуться в Россию при каких условиях? И вообще место, роль, значение на карте мира России, каким вам это представляется? Я в Россию не планирую возвращаться никогда, потому что я здесь уже нахожусь, США, я вот посчитала, ну, если брать мою как бы взрослую рабочую жизнь, да, то есть после окончания университета, я окончила в 2008 году, соответственно, я здесь нахожусь больше, чем я прожила в России после окончания университета. Я в России прожила 7 лет, а здесь я уже нахожусь больше 8. Поэтому у меня здесь своя жизнь, это было бы странно, да, я не считаю себя там каким-то релокантом или так далее. Мне, честно говоря, вообще абсолютно все равно, что будет с этой Россией. Не все равно только в том плане, что Россия продолжает всем портить жизнь или просто там уничтожать другие страны, да, ну и даже если мы берем просто вот США, вот даже до, да, Украины или там вне Украины, Россия просто портила жизнь США бесконечно своим вмешательством в выборы, кибератаками, кстати, между прочим, при Байдене они остановились, заметьте, а при Трампе продолжались бесконечно. То есть они пытались подорвать, да, вот американскую там демократию, жизнь, устои, и это было просто, ну, невыносимо. То есть меня волнует только как бы Россия в контексте того, как ее можно оградить высоким забором, построить там стену, желательно еще туда отправить Трампа, он все это сделает, как хотел, там у него не будет проблем с бюджетом, он сможет взять денег сколько захочет из бюджета, построить все, что захочет, вот, чтобы Россия больше просто никому никогда не отравляла жизнь, потому что это просто раковая опухоль на теле Земли. Россия пройдет ее роль в мире. Я вот, мне ваши продюсеры прислали этот вопрос такой философский, интересный, да, никто этим не задается, все смотрят на там год-два, вот Путин умрет, и все наладится. Нет, ничего не наладится, потому что Россия... Ну, ее даже нельзя будет сравнивать, вы знаете, с поствоенной Германией, потому что все-таки нацисты, они гигантские средства вкладывали в развитие технологий, и этому, кстати, этому круто удалось, потом все это себе американцы забрали, что-то там совки забрали, потом совки украли у американцев, американские разработки, но все равно в их основе были немецкие, да, и понятно, что, ну, как бы это переродилось, возродилось. В России просто перерождаться или возрождаться просто нечему. У них же реально ничего нет. У них конкретно не летают ракеты, роботы у них. Сейчас, понимаете, мир захватывает искусственный интеллект. Это ну вот вообще совершенно другая эра. А они выпускают еще там пару лет назад робота Алешу. Это же человек, одетый в костюм робота с Алибабы. И вот он вот такими движениями изображает робота. И им это не стыдно, они это выпускают. То есть это просто, я не знаю, это какая-то просто пародия, честно говоря, на современный мир. России нечего дать миру. Не сейчас, не будет потом, потому что это не берется на пустом месте. И самое, знаете, вот самое для России ужасное, что мы же живем в 21 веке, когда год за год технологии развиваются, ну, в геометрической все время прогрессии, да, и то есть вот отставание даже в год длиной, если мы берем календарный год, это можно уже никогда не наверстать. Ну, я уже не говорю про то, что, наверное, я не знаю, насколько Россия отстала, но на десятилетия. Мы же не живем в 17 веке, да, когда там, ну, там, я не знаю, научились там новый сорт пшеницы или там, не знаю, начали пароходы строить прекрасно, да. Но мы же понимаем, что это все-таки пароход построить, да, это там вот такой шаг. А все-таки там перейти, я не знаю, к всему там основанному на искусственном интеллекте, это совершенно другой шаг, да. И русские просто безнадежно отстали. Я не понимаю, как, ну, то есть даже если сейчас, я не знаю, Путин прекратит войну, скажет, я отдаю все Украине, что у нее забрал, выплачиваю там репарации, но даже если там, я не знаю, понимаете, это невозможно, даже если вложить туда деньги, это просто невозможно, потому что это слишком большое отставание, да, поэтому я думаю, что и это же является проблемой, потому что, ну, если тем более произойдет какой-то распад России, да,
и останется как, ну, я надеюсь, только у него какой-то военной силы не останется, но все равно государство, которое будет безнадежно одно, он просто превратится в какую-нибудь африканскую страну, типа Сомали, да, ну, просто в Европе, находящейся в Евразии. И у них же не будет никаких инициатив других, и кроме как вот желания там, не знаю, взять реванш, просто повоевать, потому что делать больше нечего. Знаете, вот как вот есть нормальные люди, да, которые там развиваются, я не знаю, обучаются, там, не знаю, строят карьеру, как-то себя улучшают. А есть гопники, у них только одно, все время пойти кому-нибудь морду набить, потому что у них другой цели в жизни нет вообще. Ну, плюс они очень любят вот как бы размножаться еще. Вот, это то же самое, что будет в России происходить, и они реально будут все время хотеть просто кому-нибудь набить морду, потому что ничего другого они не умеют и не хотят, у них атрофировано. Это просто кошмар будет. И, к сожалению, Украина останется соседом России, а Россия в том или ином виде останется соседом Украины, это проблема. Я тут вам, кстати, Виталия Портникова цитирую, обожаемого мной украинского журналиста, обожаемого в смысле профессионально, интеллектуально, да, вот, который, да, говорит, что Украине надо готовиться к демократической России, потому что если вы посмотрите, что вытворяют так называемые, значит, демократически настроенные россияне, должны волосы встать дыбом. Они пишут письма в поддержку снятия санкций с путинских олигархов, вообще просто без отморозков, которые вообще, там, не знаю, людей убивали. Они пишут за них письма, чтобы с них снимали санкции. Но это куда вообще годится? И защищают их. Или вот сейчас им не стыдно накидываться на украинского журналиста Михаила Ткач, да, который выловил в Лондоне Фридмана Михаила и нормально к нему подошел, естественно, как любой журналист. Я сама так делала, ну, без камеры подходила, но я однажды в Москве, когда я работала на Дожде, просто случайно проходя, увидела, что в кафе сидит министр финансов Антон Силуанов. Но у меня камеры не было, и как бы и я, конечно, не подошла к нему с мобильным телефоном, но я к нему подошла и просто договорилась с ним, чтобы он пришел там на телеканал «Дождь», да. Ну, просто тогда еще, как бы, я не знаю, там, Силуанов не был там таким военным преступником, вот. Ну, конечно, если ты видишь Фридмана, человек, который находится под санкциями, да, который как бы является напрямую, ну, представляет угрозу твоей стране, Украине, ты к ним подходишь, ну, что это святая обязанность журналиста. И посмотрите, что русские журналисты как набросились на Ткача, и вообще, это же, ну, стыдно. А им это ничего не стыдно, поэтому в России даже человеческого материала, вы знаете, нет, чтобы это все перестраивать. Может, есть какие-то отдельные люди, но я надеюсь, что они все уехали. Потому что Россия – это просто путь деградации. Все. То есть там лучше не оставаться. Карина, вы знаете, я даже не знаю, что ужаснее. То, что есть люди, которые пишут письма с просьбой снять санкции с русских олигархов. Или то, что суд Европейского Союза снял санкции, например, с российского бизнесмена. А с какого? Речь идет про Александра Шульгина, бывшего главы ОЗОН. Вот вам, пожалуйста, Европейский суд общей юрисдикции постановил снять санкции с бывшего главы ОЗОН Александра Шульгина, которые были введены в апреле 2022 года. Тогда они были обоснованы тем, что Шульгин является влиятельным бизнесменом, который присутствовал на встрече с Путиным в день начала российского вторжения в Украину. Тогда Шульгин сразу же покинул пост генпрокурора ОЗОН и вышел из состава совета директоров. Ну, тут уж что было, то было, но сам да, что раньше, кстати, суд выносил подобные решения лишь в отношении родственников подсанкционных лиц, что тоже вызывало большой вопрос. Но мир шутит и играет с Путиным, думая, что с этим человеком можно вести цивилизованный разговор. Ну, как видно, нет. Но, Карина, мы же видели другую Россию, Россию эпохи Ельцина. У Ельцина ведь была такая же конституция. Но при этом мы видели расцвет медиаиндустрии, расцвет России и Ельцин. Это же Ельцину принадлежит фраза. Ну, и в шутку, и всерьез он ее сказал, но он сказал это. Утром просыпаюсь и думаю о том, как дела в Украине. Да, это же было ведь, было. Поэтому, ну, хорошо, да, я надеюсь. Да, 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 вот, понимаете, это было все время. Просто, ну, мое поколение, я просто это не замечала, потому что мне просто бы в голову не пришло, да, то есть вообще не мой топик. Но это я себя не оправдываю, это проблема, потому что надо было бы замечать. Но потому что это важная часть была, да, и как бы это люди важнее, чем я. Они там, ну, занимали должности, и все-таки от них в итоге зависело принятие решения. Но это действительно было, просто если вот посмотреть, так же никто ничего не замечает, да. Точно так же, кстати, вот просто вот смотрите, надо просто смотреть. Вот мы сейчас посмотрим,
посмотрим на то, что говорят трамписты, мага, республиканцы, Трамп. Вот так по крупицам все собрать, да? Про Украину, про вообще про то, что надо Хантера Байдена, смертную казнь ему надо дать за то, что он не доплатил 100 тысяч долларов налогов, понимаете? Что надо повесить доктора Энтони Фаучи, который возглавлял Центр по борьбе за контролем за распространением болезней США. Понимаете, человек до сих пор с охраной ходит, потому что ему бесконечно сыпется угроза, а в США за это не сажают. Вот человек выступает на YouTube и говорит, мы повесим доктора Фаучи, да, он будет висеть на дереве, цитируем, просто дословная цитата. И вот, и все, вот если их послушать, кого они хотят повесить, там, туда-сюда, потом, когда, знаете, если вдруг мы окажемся в Гилии, где сейчас я апеллирую к рассказу служанки, да, то потом можно будет размотать и увидеть. Вот, может быть, надо получше смотреть на заявления такие, да. Так что да. И, кстати, обратите внимание, что любимчику Трампа, он вообще всех среди, в республиканском поле, да, из тех, кто избирается, он всех, ну, ненавидит и как бы всех, всех считает там врагами и ничтожествами, кроме одного человека, Вивека Рамасвами. Я думаю, что все... Да. По-моему, же он ему, по сути, пост вице-премьера предложил, если правильно. Он Трамп написал, что я на них посмотрю, типа, может, кому-то из них предложу вице-президента, типа, пусть это будет конкурс. Но он не предложит Рамасвами. Знаете почему? Потому что Рамасвами индус. Но он индус. Это же не Великобритания. Здесь надо... Ну, здесь, как бы, кого он наберет с помощью индуса? А у вас есть вообще... Вы сами себе дали ответ на вопрос, а зачем это президентство Трампу? Вот ему-то зачем? Вот, а, ну, нет, вот... сейчас ему как раз оно нужно, потому что ему нужно, чтобы как бы избежать тюрьмы. Это опять же, это не он может по американскому законодательству, он может быть президентом и управлять из тюрьмы, и равно как и себя помиловать, сидя в тюрьме. Да, ну, естественно, но если он не станет президентом, он себя точно не помилует, и в зависимости от того, кто станет республиканским президентом, тоже не факт, что его помилуют, но даже если его помилуют в федеральных преступлениях, президентское помилование не распространяется на преступления штата, а в Джорджии ему предъявлено очень серьезное обвинение в рэкете, и главное, что и законы Джорджии не предполагают помилования лиц, осужденных за рэкет. Поэтому республиканцы уже давят публично на власти Джорджии, на законодательный орган, чтобы они изменили закон, чтобы Трампа можно было помиловать, значит, лиц, обвиненных в рэкете, понимаете, признанных виновными. Да, это будет занимательный политический сериал, мы будем вместе за этим следить, и, надеюсь, нам будет о чем поговорить. Спасибо огромное за возможность услышать вашу точку зрения. Карина Орлова с нами была на связи. Я так понимаю, что вы как раз и украинский язык тоже учите, и поэтому надеюсь, что и на украинском мы с вами поговорим. Как сказать, стараюсь на украинском? Рублю спробу. Отлично. Рублю спробу. Не сдавайтесь. Спасибо огромное и до скорой встречи. До свидания. Дякую.